Не знаю, что вам еще сказать. Я уже сказал раз 500. Без понятия, где он сейчас. Куда поехал тоже. Север, юг, запад, восток, Мексика, луна. Нет инфы. Но знаете, если бы и была, вам бы не сказал. Я смотрю новости, впрочем, как и все. Я видел клетку, в которой его держали. Я слышал, что они делали с ним, чтобы он дальше варил. Так что простите. Не знаю, что и сказать. Я не буду помогать вам сажать Джесси Пинкмана обратно в клетку.